Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. В это воскресенье Эммануил Виторган показал в своем микроблоге подписчикам, как он интересно провел время с доченьками. Мы нисколько не приблизились к буфету. Меняем тактику. Эй, деревяшка, а ну-ка догоняй. Его! 13 июня в воскресенье Эммануил Виторган с дочками Клара и Этель побывал на презентации уникального анимационного проекта «Тайная комната», первого в мире увлекательно-познавательного мультсериала про еврейскую культуру. Под роликом Эммануил поблагодарил организаторов за вкусный семейный бранч на открытом воздухе с занимательной анимационной программой для детей в религиозном еврейском культурном центре «Жуковка». Поверьте, этот фильм должны посмотреть и взрослые. Интересно и познавательно, написал Эммануил. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.